двигается. Шуршит, да? Вокруг крутит, да? Я понял. Вася, это что за гора? Это Жуца, а за ней Юца. Юца. Эльбрус это вот там, да? Вот. Вот Эльбрус? Да. Где самое большое скопление? Снега. А там? Криштал. Вот за ней там развалка, по-моему. Бесплатно. Кто желает, можете по паке одеть на бесплатную мини-фотографию. Можете год в руки взять. 22-й. Одна Ребят, минута, всем привет. И заберете вашу бесплатную. Мы находимся сразу вам на горе Машук. В Пятигорье. Это что за вышка? Телевизионная вышка. Ага. А ты мне тогда рассказывал, Вась, Жорик Вартанов отсюда, да, вещал? Это да. Вот он, непосредственно. О, серый здесь я щелкнул. Давай. Давай телефон, что? Непосредственно каха будет. А куда я делаю, да? И обратно. А тебе идет, кстати. А его надо, да? А на обратку, да. А я, по-моему, выкинул. Брать, да? Нет, в карман положил. Да, здесь, конечно. Ребят, ну все-таки в Ставрополе своя тема, своя отличная аура. На улице плюс 12 градусов. Мы едем по городу Невномыск. У нас здесь много своих постоянных клиентов, много подписчиков. Я передаю всем пламенный привет. У нас дома жесть, у нас снегопады, ну а здесь все четко, все душевно. Мы вчера пока на горе Машук были, пока гуляли по Пятигорску, немножко разболелись. Тут у нас ибупрофен, ибуклин, вся медикаментозная тема.
И вот хочу в пару слов сказать про вот это устройство iBox. Я в Instagram выкладывал 17990 его цена. В принципе, отрабатывает все камеры. Единственное, что я пока не разобрался, как контроль скорости средний должен отрабатывать этот радарчик. Один пассажир у меня спит. Денис Валерьевич дымит, да? Мы везем яиц с собой, растительного масла, всего-всего. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Васе Карипанову за потраченное время на нас. Он у нас вчера как гид по Пятигорску был. Мы были и... Как они, Денис, эти ванны? Дряхлые называются или как? Бесстыжие. Бесстыжие ванны. Там, короче, люди прям просто в купальниках лежат и наслаждаются. Поднялись и к Арфе, и где Жорик Вартанов вещал канал Севков-ТВ на Машук. Да, красиво все-таки, ребят. Ну, есть свои прелести. Ездили в Кабардино-Балкарию. Или в Карачаево-Черкесию. А, да, в Кабарду мы ездили. Искупались в источниках. Ну, вообще тема. Тачка меня радует. На ней вот честный пробег 143 тысячи. Так скажем, идеальное состояние. Я ее забрал у двоюродного брата. Вернее, у мужа двоюродной сестры. Ну, я его называю братом. Muffin здесь с Bluetooth, Pioneer MVH-G210BT. Bright Гармония. Круиз-контроля нету, но мы ставили клиентам на такие Grandstar, экзамыватели фар и автономные подогреватели Webast, и в том числе круиз-контроля. Двигаемся без музыки, общаемся, разговариваем, кайфуем, потому что уже завтра нам предстоит окунуться опять в грязь, окунуться в снега, в слякоть, во влажность и тюлени, так скажем. Расход на тачке, я скажу, очень-очень весьма такой привлекательный. Мы вот на 3, короче, полный бак я заправил в районе Пятигорска, когда мы ехали в Кабардино-Балкарию. И получилось, что мы проехали уже больше полутысячи километров, а у меня показывает чуть-чуть меньше полубака. О чем, правда, полтысячи проехали, да, почти? А? Это на сколько бака тогда хватает? Вообще ништяк. Ну, надо засечь будет. Я же тогда трип вот эту клавишу нажимал. Да, 457 километров. Вот, Денис, я тогда нажимал. Ребят, дайте обратную связь, как вот такого рода лайф-обзоры. Я не смог, к сожалению, выложить. Да, вот видите, это отрабатывает. Показывает расстояние до камеры, показывает мою скорость. И зум трещит, что... Ахтунг, ахтунг. Обзоры с машинами я обещаю вам сделаю, потому что Зайка снимала обзоры. Сейчас в работе моя машина, мне очень интересно. Снимали панель. На сегодняшний день устанавливают аудиокомпоненты. Я вам сниму обязательно про нее обзор. Так что, ребят, прощаюсь я с вами ненадолго. Двигайтесь с музыкой. Всех обнял, будь добру, привет со Ставрополя. Мы сегодня двигаемся в Ростов, ну и уже потом, наверное, чартером сразу попылим домой в Арзамас. Всем пока. Ребят, ну, хотелось бы сказать, что яркие краски, солнышко меняется вот такими серыми, унылыми вечерами. Мы проехали Камень-Шахтинский, это Ростовская область, двигаемся в сторону Воронежа, 450 километров там до Воронежа. То есть снег, то дождь, ничего не понятно, но приходится очень сильно всматриваться вдаль. Это так, для вступления, просто чтобы было понимание, что кайфа в этом мало. Мы планировали здесь вот это расстояние проскочить быстро, да, Денчик? Да. То есть 140-150 машин спокойно идет, вот мы сейчас едем 133. По радару показывает, да, 140 на спидометре, но я вам так скажу, пипец, просто жесть.